Roll program confirmed. И всем привет, господа! С вами Линас, и мы продолжаем путешествие по нашей галактике X4. Сегодня будем знакомиться с пиратами Яки. Так что все наслаждайтесь. Как бы посмотрел на чат. Сейчас. Так, Константин, привет! Дмитрий, привет. Gamer Life, привет. Олег, привет. Я еле достал эту Одиссею. Почему еле? А что, ее нету? Еле достал эту Одиссею. Ты имеешь в виду Elite Dangerous Одиссею? Так, еще раз. Всем, кто присоединяется к стриму, всем хорошего просмотра. Сегодня продолжим бороться с пиратами, или как там, я не знаю, что там будет. Это место, где мне вчера там меня разнесли. Трогают, Константин, трогают на море. А, я не на море, я летаю на этом. Да, может быть, может ты и прав, да. Я бесхозный корабль, понял. А, я бесхозный корабль, понял. А у тебя не было этой лампочки такой? Ну, как, если ты видел меня на стриме, или ты его захватывал, как я. Или сканом достал. Там надо лететь всегда на круизе, потому что там... Мины, еще раз мины. О! Так, ребята, вот где-то там, вот где-то там, где-то синий кораблик, нас напали Яки, не Яки, Ксионы в этом секторе вчера, и меня убили, мы закончили стрим. Вот, я прилетел, и сразу появилось, что надо лететь на Якскую эту станцию, да? Так вот, сейчас можем при... Я не садился специально, что хотел посмотреть, что же здесь все-таки будет. Очень интересно. Я его захватывал. А, понял. Вот я летаю на этом. На этом меня ксионы нападали. Там, наверное, по миссии. И потом я стоял около станции, сегодня смотрел, тоже нападали вот на этот корабль. На тот корабль, который мы получили внутри астероида, который был. Так, нам надо стыковаться с пиратской станцией. Ну, давай стыкуемся. Ну, что поделаешь. Пойдем по сюжетке сегодня с Яками по... Подружимся. Разрешение на стыковку получено. Говорят, у Яков даже свои корабли есть, но только я не знаю, где у них верфь. Стыковка завершена. Рада, что вы проявили благоразумие, незнакомец. Я внесла вас в приемный список в моем офисе. Как-то жутковато знакомо это прозвучало. Думаю, я пока прекращу общение и буду тихо наблюдать. Окей. Ну-ка, пошли смотреть, куда там нам надо. Так, у меня первая же мина выносла движки.
Ну да, бывает. Так, нам надо экстренный набор. Ну, идем поговорим. Наконец, заходи. Да твою мать, что с твоим лицом? Ну-ка, покажись. Что с тобой сделали? Ну, поговорим. Так с чего же мне начать? Вот с чего бы вы начали, будь вы на моем месте? Вы же просто ходячая проблема. Вот почему я еще жив. Потому что вы не первый, кто сюда прибыл. С самого начала перенастройки врат к нам валом прут всякие забияки, авантюристы, ученые, отмороженные на всю голову, поголовно. Но мы не можем позволить никому здесь умереть. Нас и так уже слишком мало. Ну да, вас мало здесь. Ты пробуешь меня как я бы... Я не прошу вас присоединиться, значит, яки. Присоединиться к ним просто. У всех свои убеждения. Я прошу лишь осмотреться, погулять, увидеть, как мы живем. Может быть, ваши взгляды изменятся? Угу. Что это за место? О, разве я еще не выступила с официальной речью? Добро пожаловать в край Яки, свободолюбивых романтиков, корсаров и... Довольно шут. Здесь вы видите последние остатки Яки. Во всяком случае, из известных нам. Когда два поколения назад эти врата закрылись, мой народ оказался заперт здесь вместе с ксенонами. Большинство погибло в первую же неделю. Лишь малая часть нашла укрытие в заброшенном аванпосте. Потом кто-то из неспосланных нам звездами специалистов по аугментации нашел решение. Что вы сделали, чтобы выжить? Вот это дрянь на моем лице. Это ж не для красоты, догадываетесь? Я точно не знаю, как это работает, но оно удерживает ксенонов на расстоянии. Большую часть времени. Но это еще не все. Такой аут-арт также позволяет некоторым наиболее определенным яки... Конфетку взял. ...манипулировать ксенонами, побуждая их на некие действия то там, то здесь. Это не всегда срабатывает. Вы видели, что происходит, когда слишком зарываешься? Но это помогло нам выжить. Вот так мы здесь и живем. Кто-то считает нас пиратами, кто-то сборищем уродцев. Ну и ксеноны, как нисходящий черей на нашей заднице. Неважно, выживем мы или сгинем. Как бы то ни было, играем мы по-честному. Понял. Но обелиск был убит. И слава богу, тогда он больше не представляет угрозы. Не поймите меня превратно. Это печально, что его не стало. Когда-то он был хорошим яки. Но на кой черт он до такой степени облепился этой кибернетикой, не думая ни о своей, ни о нашей безопасности? Это вполне закономерный исход. Простите, ребята. Судя по звуку, там мне конфетка села. И торт такой так спаковали, что вынет нельзя. Вы отпустите меня? Да черт меня раздери! Из этого чертова обелиска война, считай, уже началась. Если ты останешься на свободе, станет больше, по крайней мере, одним пилотом с мозгами. И, надеюсь, совестью. Есть еще кое-что. Я все время называла вас незнакомцем, а это на самом деле не совсем. Я хочу вам кое-кого представить. Эй! Кто здесь ей говорит? У нас напарник. Привет, напарник. Что у тебя в глазу? Ты что, этим Бороном, не Бороном, как они назывались? Боргом, во! Седьмая из девяти. Ты что, блядь, Боргом стал, что ли? Твою мать. Мне прямо как-то не по себе. Мне не тоже. Знаю, захочешь ли теперь подать мне руку. Надеюсь, что да. Ведь может статься, ты здесь в первую очередь именно из-за меня. Неважно. Главное, что сейчас ты здесь. Почему ты пропал? Знаешь, на этот вопрос не так-то просто ответить.
Видимо, я тогда был несколько обескуражен. Если помнишь, мы полагали, что идем по горячему следу, а потом оказалось, что все только началось. Арканик вытащила меня, когда этот маньяк Обелиск едва не распилил пополам мой корабль. С тех пор я здесь, летаю с Яки, проверяю свои способности. Встретимся снаружи. Поговорим еще, когда рассядемся по пилотским креслам. Понял. Так, все, с этой бабой мы уже... Почему они сделали, что все NPC в станции с Утаксты сидят с рукой, держат, как бы, ну, не очень. Так, она уже со мной не говорит, понял. Так, мне интересно, что мы можем здесь у них купить. Офис охраны инженерной, так, официальный представитель Яки. А что это за официальный представитель Яки? Давай, хочу. Это та самая баба, типа? Или это же другая будет? А, другая, смотрите. А ты почему без... покажись. У тебя что там, глаза какие-то хреновые? Привет. Здорово. Здравствуйте. Да, у нее глаза горит, видите? Хе-хе, твою мать! Зомби летает, ходящий. Так, покажите, что я хочу купить чертежи. Модули. Нету. Корабли. А, есть М. Оборудование. Вооружение. Ага. Так, М корабли. Кураками. 9 миллионов. С корабли. Мурея, только два корабля у них короками. Угу, понял. Пока. Так, что там еще есть? А что за лицензия есть? Нету ни одной лицензии, понял. Окей. Пока. Пока, давай. Пока, давай. Давай, пока. Пока пойдем. Давай, давай. Так, может здесь у Яки есть хорошие пилоты? Давай посмотрим, или там... кто-нибудь бегает здесь где-нибудь? Так, ты стой. Хочу посмотреть, что у тебя. Какая ты ничемная. Привет. О, здорово. Очки классные. Там у тебя светится, ты знаешь? Приветствую. Нанять, до свидания. Пока. Так, понял. Здесь кто-нибудь еще ходит где-нибудь? Нет, не ходит. Там мореи две. А то здесь у Яки только такие корабли. Есть типа два корабля? Морея. Так, ну отстыкуемся. Так, что нам надо делать, не знаю. Ладно, пришло время поговорить откровенно. Во-первых, чертовски здорово, что ты здесь. Я ждал чего-нибудь в этом роде, ну и вот дождался. Во-вторых, здесь все очень плохо пахнет. А мы как раз собираемся хорошенько нюхнуть эту кучу в самой ее середке. И в-третьих, я правда рад твоему возвращению. Просто знает. Как бы то ни было, нам пора. Если что, просто свяжись со мной. А нам куда? Назначение Strange Station. Давай. Что-то за Strange. Усилительная станция. Ну, давай полетели. Ксеон, Ксеоны. А, понял. Давай полетели. Почему нам туда? Капитана трех звезд нигде не найдешь. Надо покупать семинары. Надо покупать семинары, Олег, и давать им. Или мод ставить на 5 звездочных. Потому что с прокачкой здесь проблема, насколько я понимаю, до сих пор. Ладно, мы на месте. Пора ввести тебя в курс дела. Вот эта бандура — усилительная станция, единственная имеющаяся у Яки. Ты уже в курсе, какие фокусы умеют вытворять сильно аугментированные Яки, используя свою кибернетику. Эта бандура, если она включена, еще больше увеличивает силу и дальность этих ксенонских атак. Арканик говорит, что она нужна им для собственной безопасности. А еще как кнопка мертвеца, когда протекторат неизбежно найдет и атакует это место. Но она не понимает. Нет, вообще никто из них не понимает. Все, что они делают, это только прячутся и тянут время, пока не сдохнут. Или пока кто-нибудь вроде Обелиска не слетит с катушек и не превратит эту часть сети врат в кровавую бойню. В
конечном итоге, несмотря на любые меры предосторожности и все технологии Вселенной, у них нет другого выхода, кроме как выбираться наружу. Эта система, вся эта ситуация — гигантская бомба замедленного действия. Есть только один способ остановить это раз и навсегда. Мы должны уничтожить этот усилитель. Это жестоко, но командование научило нас принимать трудные решения. Эти люди проявили ко мне доброту, но безопасность Солнца я не променяю ни на что и никогда. Я собрал горстку бойцов, которые готовы разом прекратить это медленное падение в пропасть, независимо от того, что их за это ждет. Чтобы провернуть это, нам нужна недюжинная храбрость. Но вот сохранять хладнокровие у тебя всегда получалось. Жду вашей команды, Звеньевой. Ваш друг уже, так сказать, потрогали товар. Полагаю, обратного хода нет. Пора раскрыть карты. Когда будет время, посмотрите брифинг, который я вам только что отправила. Прежде чем вы начнете орать и брызгать слюнями, уточню. Я не прошу вас предавать землю. Ну, я думаю, да, но знаете ли, отчаянные времена и все такое. Подумайте, какой стороне вы хотите сохранить преданность? Взвесьте все хорошенько, учтите все возможные последствия. Вы не первый, кто пытается взяться за эту миссию, но у вас, возможно, есть шанс на успех. Так, ну-ка, смотрим, что там за миссия. Ну что-то я не вижу никакой миссии. Current mission now contains multiple parallel submissions. We can track status and mission. И где эта миссия? Terran vs Xion. А, во, Fate of the Yaki. Так. Развернуть. Яки, так, понял. А вот это уничтожит усилительную станцию, сделать активной. Понял, Константин, уже понял. Спасибо. Ага, и что, с чем будем заниматься? Ну, мы за землян, а мы против ксионов, да? Хоть с якими не хочется ругаться, но... А что сделать? Она что, рехнулась? Неужели она думает, что мы когда-нибудь станем ее союзниками против протектора? Хотя, на самом деле, сейчас, если подумать, раз эти сливки человечества уже подумывают устроить геноцид, чтобы обезопасить свои шкуры, с какой стати мы не должны стремиться уберечь свои? Знаешь что? Давай доложим командованию миссии обо всей этой кутерьме. Хотите пострелять из больших пушек? Вот вам флот Земли. Умоляю вас, мои озадаченные этическими проблемами ассистенты, примите во внимание неизмеримые страдания, которые ваше решение может принести этим несчастным. Заткнись, креветка. Тебя никто не спрашивал. И чем будем заниматься, ребята? Константин, по какому пути ты пошел? Мне вот интересно. Теперь у тебя проблемы. А так кто по мне уже открыл огонь? Яки? Не.
Ксионы, да? Да-да-да, вот этот открыл огонь. М-ка. Круто, хлам! М. Сколько здесь ксионов? Да, этот корабль не для этого назначенный. Да, и наведение у него не очень. Не попадает эта пушка совсем. Ты об этом пожалеешь. Так. Думаю, будем уничтожать, да? Я этот камень разрушаю. Пришло время отдохнуть. А если заяки не проверял? Понял. Так, я этот камень разрушаю. Мощи не хватает. Просто землянам, пожалуй, со всех вырежут. А если заяки, то еще не пробовал. Да. Я тебя хотелось подружиться бы, да, с Саяки, но... Усилительная станция. Здесь долго будем ее пилить. Да, здесь нужен побольше корабль. Хорошо, хрен с ним. Летим тогда отсюда. Нам нужен побольше, лучше кораблик. Яки. Так. Хорошо. Пусть есть как есть. Так. А я с этим могу связаться, с этим... как он там? А он атакует или что он делает? Мне просто повезло. Так, книга ж почему-то не переведена. Почему-то тоже не переведено, а? Return to HQ, follow me. Все, поехали отсюда, твой. Полетели вот сюда.
Ой. Так, вид. Как я чихнул, чуть глаза не вывалились. Так, поехали тогда. Летим назад. Автопилот задействовано. Ну и чего ты ждешь? Okay. Автопилот отключено. Ну какая у него скорость? О! У него 2000. 3,5, у нас 6. Так, ну что, пойдем. Воу! Фу, как хорошо прошло. А какая супермагистраль? У нас репутация Сиаки здесь показывает 2. 0. У нас было минус 30. Ну. Это что за хрень? Почему я не могу пройти через врата? Почему я такой медленный? Вход в сектор. Приветствую вас от всего сердца. Могу с гордостью сообщить, что в наших разработках по терраформированию мы добились огромных успехов. Вы можете убедиться, что наша планета Терранова в системе Сигарис стала намного более комфортным для жизни местом, как и некогда ранее. Еще раз огромное спасибо за ту роль, которую вы в этом сыграли. Всего вам наилучшего. Окей, спасибо, Рик. Очень хорошо. Извини, но боюсь, что высовываться мне не стоит. С этой кибернетикой и таким кораблем первый же встречный из землян меня моментально пристрелит. Ну хорошо, оставайся там. Мы вернемся с большим кораблем когда-нибудь. Так. Значит, Сиаки нам надо подождать. Или нам пойти по Якской миссии. Вход в систему. Гетсу Фьюне. Так, мы вернулись к Гетсефюне. Так. А ты, может, остановишься, а? Куда прешь по дубелению? Еще дорогу не мотай. Солнечная электростанция. О, плюс 18 уже. Так. Не будем их резать, землянам не скажем ничего, а то точно там всех подрежут. Так, нам надо... Что у нас за миссии? Смотрим, по какой сюжетке мы... 5 катан мало, я...
Думаю, 30 одиссеев. Хрен его знает. Так. Это сложно, да? Так. Еще яки. Так, развернуть навигационный шпорец дикаря 2, Гециффания, пояс астероидов, Марс, Венера, Луна и Земля. Ага. А что они за это дают? Под заданные цели. Self мото. Интересно здесь, блядь, Так, а что здесь? Поговорить? О. Так. А, это все с яками, да? Нам звание превышено. Да хрен себе, я в Аргон прилетел, ксионский эсминец и уничтожил Одиссей. Сохранка, сохранка. Сохраняться. Так, тогда летим, давай найдем буста. Потому что с яками мы сегодня, наверное, не протянем, потому что... Или давай делаем... Давай делаем по-другому. Давай, может, поможем им. Маленькие они там. Шпора дикаря. Ой, много надо нам. Навигационный. У нас есть навигационные эти. Спутник с... улучшенный. Нету. Улучшенных не будем бросать. Надо купить. Хорошо. Тогда летим на станцию и купим их. Где мы можем. Шпора дикаря. Нет, не можем. Где нам спутников купить? Где же нам купить спутников? Так, а, мне интересно, знаешь, на там на катание у нас есть что-нибудь хорошее? Есть 14. 14 маяков. Хорошо. Яки. Мне нравится само название яки. Хе, интересно. Так. Ты, катана. Где он там? Связь. Лети сюда. Чем могу помочь? Семинар по пилотажу. Давай лети сюда, сказал. Чем могу помочь? Давай лети сюда. Я сохранился, просто это было внезапно. Да, здесь в этой игре есть такое. Хорошо, тогда пусть яки пока живут, пока он здесь прилетит. Давай полетим мы к... По миссии, по тоже по сюжетке найдем этого. И еще откроем. Хаттиквапулитекс. Кот где-то дал буста. Да, это сделать активной. Хорошо, полетим мы искать долбусту.
Бездна. Так, нам бездну. Сюда. А, понял. Это будет эта сюжетка, которую мы уже проходили, да? Там корабль привезти, там взорвать что-то. И тогда мы познакомимся с Буста. Понял. Ты. Катана. Удалить. Они все приказы. Стой, где стоишь, твою мать. Я сам к тебе прилечу. Так, этот корабль, ведь у него нету пилота, да? Давай, ты. Солнечная электростанция. Так, не могу. Катана. Почему так нельзя? Все делать через карту, твою мать. Катана, стыковаться. Стыковаться, и мы тогда стыкуемся. Ставим этот корабль там. Солнечная электростанция. Да, скорость классная, мне нравится. Не знаю, по какой сюжетке пойти, по Якской или... Все-таки, наверное, пойдем по Якской, потому что Буста я, наверное... Ну, я уже делал эту миссию на прохождении на первом, ну, со сплитов, но... Разрешение на стыковку получено. Может, там что-то новое есть. Может быть, что-то новое появилось в этом прохождении. Сегодня, ребята, не будет стрим 3 часа, точно. С этим двигателем, который пришел, я себе ногу опять, да не ногу, спину опять подвернул. Блин, рады приветствовать вас на только борту. Что. Очень плохо. Так. Встать. Ну, ты там уже сел. Где он? А, он сюда ведь не залетит, да? Угу. Смотрим. Все, пристыковался. Нет, он все еще... Летает. Понял. Полетим на катане. Так, катана. Ох, наш красавец, большой кораблик. Хоть немного побольше. Нам бы надо со сплитами подружиться, ребята. Как далеко идти, твою мать, какой большой корабль, а? Катана. Что там у тебя? О, две звезды, мораль две, так. Так, давай, дай мне кресло, твою дивизию. Хватит. Чем могу помочь? Да и... Да пока. Иди, и куда там в это... В... Голова не болит сейчас? Все. О, есть этот. Стой. Ну как он медленно поворачивается после этого... Экспресс-транспортер. Стой. А то я могу и не попасть. А, твою мать, где? Если я сейчас... Наверное, в станцию попал, да? Чего? Так. Куда там нам надо выбросить? Мы пойдем по другой, посмотрим, что там на другой. Думаю, все равно надо будет и то сделать. Я так думаю, почему-то. Шпора дикаря 2. Гетсуфаня. Подожди, твою мать. Гетсуфаня. Пояс астероид.
Пояс астероид Марс. Ага. Ну, давай летим. Стыковка отменена. Летим. Так. Спасибо. 500 кредитов получили. Так, куда нам? Шпора на шпора дикаря 2, да? Ну давай, полетели. Полетели, полетели, там кто-то воюет. Кому там помочь? А, нет, там, наверное, эти собирают астероиды. Хоккайдо, минералы. Угу, он копает. А, нет, здесь есть враг. Как я выброшу навигационный маяк в земле? Меня ведь уничтожат. Вход в систему. Шпора дикаря. Там где мне надо? О, еще лететь мне надо, да? Ну давай. Выбросить навигационный маяк, да? В поясе астероидов, ну давай. Автопилот задействован. Летим. Летим. Буста, буста, буста. Наверное, эту миссию будем делать вместе, там, когда уже получим к земле доступ, там, и так далее, и так далее. Потому что нету смысла нам сейчас лететь в землю, там нас разберут. Там только залетишь, сразу скажет огонь! И все. Как застрял звук. Вход в систему. Гетсуфюне. 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 Так. А кто это? А что он здесь? А, он на станции. Думал, что он здесь делает. Так, не надо здесь. Там кто? Так, продает. А как станция наша хоть немножко... Она хоть немножко заработала? Ну да, немножко миллион заработала уже. Понял. Хорошо. А как там по миссиям? Так, десантник требуется. Требуется менеджер станции. Понял. Награда. Богатые месторождения. Доставить это, завод. Найти кремний. Собрать один из кремний. Перевести. Ого. Ну, хорошо платит, но... Чего-то куда-то кого привезти, найти кремний, собрать единиц кремний, перевести. А лучше мы пойдем по сюжетке, думаю. Стой, не будем туда лететь, потому что мы не можем все равно закончить. Ой, почему я... Ну, вход в систему. Солнце. Солнце. Стой, 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 стой. Эй! Автопилот отключено. Не отключил. Вот твою мать, а. Угу. Нам надо сюда, сюда.
куда там еще нам надо? На земле. Мне интересно, быстро там меня разберут или нет? Успеем влететь и вылететь. Марсе, Венере, на Луне и на Земле даже. А, мы заходим сюда, бросаем здесь, летим через всю Луну. Да нас разберут. У нас ведь кораблик не про... Нам надо было лететь на том корабле, но, наверное, уже миссия-то не будет работать, это... маскировка корабля. Хорошо, поднимем репутацию, тогда продолжим. Здесь, потому что мы уже сюда прилетели, можем автопилот задействован. И выбросить, да? Куда ты полетел? Куда ты, блядь, полетел? Вот так, туда. Там миссия какая, что-то найти надо, да? Автопилот отключено. Что за миссия, что-то найти видел? Поиск богатых месторождений. Ага. Так, навигационный маяк. Выбрасываем, развердать. Навигационный маяк. О боже, вы безусловно исполнительный и скрупулезный ассистент, но я боюсь, что вас ввели в заблуждение. Я умоляю вас прислушаться к своему ответственному за кровообращение органу и, может быть, пересмотреть то, что вы собираетесь сделать. Угу. Видите, даже наша креветка не очень довольна, что мы будем бросать маяки, да? Какой там еще вариант есть? Так, смотрим. Уничтожить усилительную станцию, да? Выбросить навигационные маяки. Так, здесь надо почитать. Подожди, что он хочет сделать с этими? Она хочет привести этих ксионов на землю. Нет, этого мы не будем допускать. Я не прочитал. Полетели. Пусть нахрен их сносит с нашей земли, эту станцию и все. Не-не, мы не допустим, чтобы они к земле дошли. Не надо нам. Нам этого не надо. Надо прочитать, прежде чем делать, да? Как всегда, когда контракт себе подписываешь, надо его прежде всего прочитать, да? Потому что бывает мелкими буквами, но иногда написано то, что ты не хочешь слышать. Так, ребят, я сейчас конфетку буду вынимать, так что не слушайте. О, нет, это неплохо вынимался.
Какая сладкая, а? Я еще хочу исследовать вот эти врата. А. Мне не отображается, а там что-то было. Пилот отключено. Поехали. Этот вариант креветки тоже не нравится. Да, вижу, что не нравится. Разрешение на стыковку получено. Понял, что ты сказал. Что тоже не нравится. Запрашиваю разрешение. А так какой вариант тогда ей нравится? Разрешение на стыковку предоставлено. Стыковка. Эй, эсминец уничтожен и весень спасен. Понял, кстати. Рады приветствовать вас на борту. А тогда какой ей нравится? Ну, мы земляне, мы играем за землян, значит, будем делать все, что спасти землю, да? Когда будем за пиратов, тогда будем идти против земли. Думаю, так надо пойти. Мы забыли, что я хотел помочь Яке, но она там кто-то нехорошо думает. Может, у тебя хорошие есть, не? Пилот, механика. Управления совсем нету, мне надо с управлением 2 звезды. Но свяжитесь с этим Далом Буста и с его помощью ознакомьтесь с политической ситуацией за пределами Солнечной системы. Окей. About Яке. Итак, как продвигается расследование? Так, I will need more time. Мне нужно больше времени, Айриш. Отлично. Тогда докладывайте, являются ли эти Яки организованной угрозой протекторату? Есть ли у них оперативная база, которую мы можем взять под прицел? Так, yes, I have located. Uh-huh. Ясно. Это согласуется с нашими наблюдениями. Эти пираты действуют слишком хаотично. В таком случае я постараюсь повлиять на противостояние, чтобы они притормозили свои военные приготовления, а вместо этого подготовили антипиратскую оперативную группу. Вы опять отлично сработали, оперативник. Вы оказали Солнцу огромную услугу. Вот только жаль, мы так и не узнали, что случилось с кадетом Шиномоном. Надеюсь, это был правильный выбор. Без поддержки протектората завалить эту усилительную станцию, как бить дать, будет весьма непросто. Это что? О, у меня выросла союзник плюс 22. Понял. А, у меня все, больше нету. Ага. Значит, мы не послали корабли от протектората, надо будет нам самим это сделать. Так, нам надо будет есть большой кораблик, и чтобы это уничтожить, эту хрень, да? Но мы не будем помогать Яки, чтобы они там напали на землю. Угу. Понял. Вот какой выбор. Я сделал другой какой-то, взял. Так, а у нас что здесь появилась за миссия? О, герой человечества. Так. Куда нам лететь? Здесь типа есть эта миссия. Давай идем посмотрим. А, нет, не здесь. Отстыковаться? Куда нас ведет? А, вот на эту. Понял. Ну летим, возьмем себе этот, да, допуск. Катана. Давай, подруга, вези меня, пожалуйста. Так. Стыковаться и ждать. Полетели? Ты как там у меня? Все окей? Так, нам надо
Так, надо найти, начать. Так, емкость, хранилище, контейнер. Так, надо построить хранилище, контейнер. Так, хорошо, пока она Еще летит. Давай. Что, оперативник? Противостояние сообщило мне, что корабль, припаркованный перед нашей штаб-квартирой, на самом деле не попытка кого-то напугать, а просто списанная груда металлолома. Чтобы вернуть полную работоспособность, может потребоваться подкрутить пару гаек, но я уверена, что вы с этим справитесь. Я передам вам координаты корабля. Считайте это наградой за ваши старания. Так, стой! Удалить все, использовать. Что там за корабль? Это что за псин? Мне интересно. Нам дали кораблик. Это военный, нет? Или грузовой? Грузовой, наверное, да, хранилище. Ничего не пишет. Так, понял. Захватить. Делиан Свансон. Ага. Один, два, три, четыре турели. Так, а у него есть где-нибудь точка захвата? Мне очень интересно. Так, так, тебе еще не корабль подогнали. Тебе еще и корабль подогнали. Чую, да ведут острую геноцид. Устрою геноцид. А тебе что, не дали? А что, точки захвата нету опять? Да, мне везет с точкой захвата. Ой. Говорит, куча обломков, да? Мне вот интересно, как мне его захватить. Опять у него все пушки пропадут, если этим. А сейчас он полный. Как мне в него войти? Неужели опять эта точка не работает? Это что за звук? Был такой. Как не хочется все потерять. Ну я имею, он ведь уже с пушками, щитами, все у него есть. Лампочки мигают. А сейчас мне что делать? Это нам, наверное, специально подогнали, чтобы мы яки разобрали. Нет, я не вижу точки этой. Твою мать. А сколько у него? А у него пушка есть хоть одна? Есть. Три пушки. Вот, одна, две, три. Да.
Так, там пушка. А где у него запрашиваю разрешение этот... на стыковку. Разрешение на стыковку предоставлено. Для скана, люк. Думаю, вот здесь он должен быть, вот около этого места. Давай выйдем с корабля, посмотрим, может... Давай, садись. А где твои Катана? Волосы? Волосы, твою мать, пропали. Может, мы не видим? Ну нет, там должно издалека эта лампочка видеться. Мы можем вот сюда залететь. Смотри. Стой, блядь. Стой, говорю. Почему не заходишь, твою мать, а? Вот здесь вот есть место, во. Почему не подтягает? Но здесь есть звук где-то. Видели, слышали? Или это так просто? Как не хочется мне его захватывать десантом. Ну твою мать, а? Не захватим, только... сквозь это пролетим вот так вот, может здесь где-нибудь есть это хреново. О, мостик здесь. Да, дали корабль, захвати. А если уж дали, сразу не могли дать нормально, ну как бы передать управление и все. Мы тебе дали корабль, но ты должен его захватить. У него пол корпуса снесется, когда я буду десантом его захватывать. Большая бандура, блядь. Ну, хорошо. Что будем захватывать, а что делать? По-другому уника. Син. Не син мне, ты мне. Выбирайся. Захват почему не могу? Катана. Разрешение на стыковку получено. Корабль, который мне надо будет там 5 миллионов засунуть, даже, наверное, больше, чем его починить. Не, я пробовал на бегемоте. Я пробовал на Богемоте, на Богемоте, на этом Одиссее, нет, не работает. Если точки нету, значит уже нету. Это баг. Это баг такой есть, и даже уже написали, что это баг. Ничем он не глючится. У одних все хорошо, у других эта точка просто тупо не спавнится. Или спавнится где-то в корпусе корабля и все. Так, жаль, а что делать? Син. Корпус 100, экипаж 0, о, 188 экипаж у него, это хороший будет корабль для захвата других кораблей, 188 десантников.
Я думал, что там вот лампочка горит, но нет, там только просто там огни габаритные. А? Жаль. Захват. Надо было, может быть, сохраниться. Сейчас как рухнет все, смотрите. Но захватишь ты или тоже будешь кружиться? Да, будет кружиться. Ну, хрен, летим. Летим по своим делам. Возьмем звание себе. Возьмем себе звание. Награда сын. Дестройер. Захватить твою. Так, сделать активной. Так, летим. Автопилот задействовано. Вернемся потом, посмотрим на корабль. А мы даже его сремонтировать не сможем, а? Так, нам надо сюда построить. Надо сюда построить. Ой. Так. Захватили, да? Ставится. Ну и хорошо. Хорошо. Сколько там у него? Ну и все, мне больше там ничего не надо. Там еще сюда, сюда, сюда навесим, когда купим себе место. Так. А. Изменить. Да, значит. Есть где-нибудь здесь застройщик? Застройщик! Ты что, блядь, совсем нахрен сдурел? Ни одного. Этот занят. Как далеко этот. А куда нам спешить? Пусть летит, так что нам? Так, ресурсы. Хорошо, цена. Переменить смету еще больше немножко поставим, вот. Чтобы не бегать каждый раз. Так, что там с нашим этим? Вход в сектор. Как там наш корабль? Юпитер. Да, как и говорил, у него ничего не осталось. Информация. Ни корпуса нахрен, ни чего. А, турели остались. Земная главная батарея 3. Ага. Главная батарея. Понял, тогда летим. А ты можешь здесь стыковаться? Так, вот там у него пилот хоть остался один, да? Один из 88, да? Ты давай можешь лететь, например, где здесь есть док? Где мы можем... Во. Апгрейд, ремонт. Сколько мне будет стоить? Ну, миллион. Окей. Это... Вход в сектор.
Сатурн. Экипаж. Давай десантников. 130? Ага. Сколько нам будет строить? Думаю, 100 хватит. 100 хватит. А, и еще нам надо обслуживающий персонал. Во. 87. Капитан пусть будет. Ага, не хватает рабочей силы. Ага, не хватает уже. Не, давай, пусть будет 100 и там 20, сколько там, 30 этих. Потом переведем, будем всех переведем туда или сюда, да? Так, дальше. Двигатели. Автопилот отключено. Чего здесь не хватает? А, два щита должна быть. Щит МК. Щит, все хорошо. Двигатели, ага. 6 миллионов. Ого, уже 3 миллиона. Щит МК-2. Земная главная батарея. О, все. Пусть это будет тоже. Это потом купим, не надо. Людей поставили. Ремонт. Ого, сколько там нам. Ну давай добавить в корзину. Отменить заказ. Конечный баланс 1 000 000 остался. Твою, подтвердить заказ. Все, лети. Ремонтируйся. Что с тобой сделаешь? Ох, сколько денег потратили. Все, прилетела баба. А ты сюда прилетел, куда надо? Чего-то мне надо, что ты мне надо сюда, вот думаю, да? Запрошу. Стыковка невозможна. Что? Орбитальная база снабжения. А. Разрешение на стыковку получено. Интересно, так. Ты где там меня водишь? А, понял. А ты молодец, сквозь структуры нахрен пролетел. И опять вернулся. Класс. Ну, стыковка завершена. Идем, возьмем свой ранг наконец-то. Привет. Сейчас уже сможем, как? Вот. Почитаем за честь видеть вас на борту. Ой. Эй. Дай мне выйти, не сюда зашел, подруга. Не вот сюда. Так, как, ребята, каким форматом должен быть свой логотип? Я хочу здесь своего лого поставить. НТВР с лого. Стой, куда идешь? Ты хороший или нет? Абордаж. 3,5. Стой. Откройся. Сим-сим, зарим, как ты там? Открывайся. Не хочет, ни хрен с тобой. Не успел. Не успел я взять этого. Ну, здорово, для баба. Для нас большая честь видеть вас здесь. Получить звание. Позвольте мне присвоить вам это звание. Может, глаза будешь стоять смотреть? В знак признания вашей преданности вы получаете беспрепятственный доступ к Солнечной системе. Разумеется, это звание включает и другие привилегии. Если окажется, что вы недостойны оказанного доверия, ваши привилегии будут отозваны. Впрочем, если до этого дойдет, отозванная лицензия будет наименьшей из ваших проблем. Уверена, что вы найдете эти награды адекватной компенсацией ваших стараний. Вам также следует ожидать, что определенные земные организации вскоре начнут обращаться к вам за помощью. Имени народа Земли еще раз благодарю вас за службу. Надеемся рассчитывать на вашу помощь и в дальнейшем. Счастливо!
Окей. Для нас большая честь видеть вас здесь. Покажите лицензии. Торговые полицейские лицензии. 150 тысяч. Выбираем, купаем. Счастливо. 10 миллионов у нас. Для нас большая куда? Честь видеть вас здесь. Счастливо, я тебя сейчас дам. Счастливо. Так, промышленные, нам нужен... А что за защитные модули? Администерский 2, ага. Нам нужны грузовые модули. Сколько это стоит? 500 000? О, нужно по миллиону, надо большие купить, вот все три, все трех типов. Защитные нам надо весь наш штаб обкрутить этими защитными. Оборудование. Вооружение, турели, понял. Ага. Счастливо. Спасибо. Спасибо, спасибо. Все, летим. Куда летим? Шифта. Куда летим? Ну давай, подруга, вези меня. А где наш? Куда он полетел? А, вот он. Какой он медленный. Какая у него скорость? Навык экипажа, одна половина звезды. Твою, капитан. Связь. Чем могу помочь? Дать семинар по пилотажу. Как получила, ну, хоть одна звезда. Хоть одна. У меня есть еще один. Ты не то нажал. Я не то нажал. Твою связь. Чем могу помочь? Дать семинар. Ну вот. Упс. Чуть не перевернул. Так, две звезды. Ну и хоть это хорошо. Говорится, ни рыба, ни мясо, да? Но улучшит. Может, у меня есть еще? Связь. Чем могу помочь? Нет, больше нету. Пока. Пока, давай. Эй, я тебе... А, я не дал тебе приказ, да? Давай. Корабль отбывает в ближайшее время. Жена что-то ругается. Чего ждем? Алло? Эй, полетели уже? Ага, давай, работай пальцами. Почему не сделал его здесь? Вот нажал кнопку, пук, сядешь и смотришь, да, и видишь там все. Ну, а почему так? Ну только не сквозь, пожалуйста. Классно выглядит. О, Гаскудала, хорошо. Надо с плитами поднять репутацию. Я хочу поставить эти контрмеры. Как там они? Флякс назывались. Как там фляксы, как там они? Зенитные турели, которые хорошо против мелочи работали. Но надо с... Ребята, кто-нибудь слышал про ксионский узел? Он уже задействованный, вот, задействованный. Не знаю, как сказать. Ну, он уже как бы работает в этой игре, его как-нибудь там есть в сюжетке или где-нибудь кто-нибудь слышал. Потому что он есть в ксионском секторе там, или в сплитском каком-то секторе он есть. Вход в сектор Юпитер.
куда он летит? Юпитер мой. А, да, Юпитер. А этот еще не... Удалить, стыковаться, ждать. Нет, удалить все приказы. Ты давай следуй за ним. Следовать. Давай, следуй. Я хочу посмотреть, ты меня довезешь. И я тогда пересяду на этот корабль и вызову... Так, у меня есть интересная идея. Где мы оставили свою эту... Здесь оставили, да? Генезис. Но у него пушки надо менять для него. Хорошо, летит ты тогда на... сюда тоже. Мы тут обнаружили кое-что. А он его... Ай, он не может, у него нету пилота, да? Твою мать. А на него можно посадить пилота? Что вы там обнаружили? А, понял. А чего он остановился, ты мне скажи? Где он? Где мой корабль? Эй, лети ты! Дай мне управление, ты будешь очень долго лететь. Я сам его найду. Ты где? А, вот он там, за воротами, да? А какого хрена он так стоит? Чего он стоит, скажи мне? Син. Так. Катана. Син. Разрешение на стыковку получено. Где у него эта точка? Откуда у меня... Подожди, откуда у меня 5 миллионов? У меня ведь 5 миллионов... А, мы еще не потратили, да? Бомб. Опа! Ну-ка, давай посмотрим, что здесь. Ну, классно, смотрите. Белый потолок. А сколько места? Так. Что здесь за кнопка? Почему не нажимается? Здорово, капитан! Мораль 2, пилотаж 2. И какого хрена мы стоим? Подожди. Тебе ведь приказ. Ты следуешь за... Следовать. Окей? А ты... Дай мне управление. Так мы до посинения. Чем могу помочь? Эй, я... До свидания. Я хочу управлять кораблем. Потому что ты очень... Ох, твою мать. Еще. Дай. Алло. Застряла. Так, ага. Интересно. Тен. Сейчас полетим уничтожать эту хреновую станцию. Смотрим. Ну, дашь мне использовать? Ну и чего ты ждешь?
у него скорость 72 метра? Ну да. А что за орудие? Опа. Еще движок не заводится-то быстро. Так, надо армейский ставить. Такой медленный. Пипец. Три батареи, понял. Но останавливается очень быстро. Ну, поворачивается неплохо тоже. Все, давай, иди. Делай следующий там свой. Алло. Ты где? Ты хочешь сказать, каждый раз будешь оттуда? А ну-ка, бегом на место. Чем могу помочь? Так, продолжить согласно текущему приказу. Поняла? О, как стоит, видишь? О, капитан, ну классненько. Хоть это хорошо нарисовали, как капитан стоит. Только ноги не надо так широ. Ты не мужчина ведь? Чем могу помочь? Пока. Давай пока, лети. Я сейчас посмотрю, что же ты будешь сейчас делать. Так. Так, наведение, выключить наведение. А ты сейчас что будешь у меня делать? Информация. Так, подожди. Я взял это управление, и у нее слетело, да? Ну, тогда сами будем за рулем. Давай подвинься. Потому что ты будешь очень долго. Ой, на тот экран. Сори, ребята, сори. Док, оборудование землян. Запросить разрешение на стыковку. Получено. О, нам куда? Смотрите, как показывает. Давайте, давайте. А мы можем газануть? Какой у нас скорость, если газануть? А щит быстро поднимается? Я хотел, чтобы быстро поднимается щит. А, вот почему у нас столько денег, потому что... Нам ведь вернули все. Сейчас я вспомнил и все понял. Ну да, скорость у тебя совсем никакая. 73 метра.
хорошо, хоть автопилот подцепил. Ну. Стыковка завершена. Хорошо, прежде всего делаем ремонт. Почитаем за честь видеть вас на борту. Пожалуйста, остановитесь. Мы просканируем ваш грузовой отсек. Что? Вперед, сканируйте. Мы ничего не нашли. Можете лететь. А, все, он уже типа 100%, да? Меня еще ни разу не прихватывали на горячем прискане. Угу. Так, что там мы еще можем сделать? Так, многоцелевой. У него так, скорость. А, у него только один двигатель. Вот почему. Опа, падает, да? Скорость круиза больше, но скорость 70. Угу. Понял. Генератор щитов один только на двигателе. Понял. Маневренные 6 миллионов. Сколько будет скорость? А, скорость, он только поворачивать будет быстрее, да? Угу. Небольшой выбор. Щит. 3 щита по миллиону. Сейчас 145. Окей. Вооружение. Ну, это я понял, да, земное. Они... Только одно и есть, да? Ага, турели. О, сколько турели. На 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ячейка MP1. А что это такое? А, щит здесь. А где она? А, наверху, вот она, да? Угу. А у М2 есть? Ячейка М2. Совместимость оборудования, стандарт МСЛС. Средний турель, одна из... Ага! Здесь еще не все. Лучевая, импульсная, пилемотная, ракетная. А здесь можно ракетную? А, здесь уже нельзя ракетную поставить. Понял. Везде стоит это. Пулеметная, да? Так, здесь пулеметная. Здесь пулеметная, здесь чего-то не хватает. Пулеметная, щит, а, второго щита не хватает, да? Угу. Здесь пулеметная, здесь пулеметная. Потом поставим, думаю, другое. Пулеметная, везде пулеметные стоят, да? Только щит надо поставить второй. И здесь тоже две турели. ПО. Все, все. Полицейский сканер. Все вставляем. Ракеты нахрен не нужны. Люди. Так, нам нужно десантников. 50. Давай 50 возьмем. И обслуживающий персонал 50. Окей. Что за настройки? Защита, да.
Все, защита добавит в корзину. Сколько там нам? Миллион. Подтвердить заказ. Минута 43. Окей, понял. Пожалуйста, остановитесь. Мы просканируем ваш грузовой отсек. Ну, сканируй, сканируй. Вы свободны. Сканирование ничего не выявило. Да знаю, что ничего не выявило. Меня еще ни разу не прихватывали на горячем прискале. Подруга. Ау. А, подождите, смотрите. Здесь еще есть место, во. Здесь еще можно смотреть. Там капитан наверху стоит. А, вот она приходит, смотрите. Я даже не видел этого места. Классно. Так, сейчас людей добавит. Персонала добавит. Здесь будет ходить люди. Тран-тан-тан-тан-тан-тан. Тран-тан-тан-тан-тан. О, как стоит. Классно. Я сплитскую женщину хочу посадить. Здесь у меня будет сплитская женщина воин. Так, найдем сектор. Так, а у нас есть сектор, из которого мы знаем сплитский? А, есть семья. Угу. Нам бы полетать здесь, поубивать кого-нибудь, да? Ага. Черекатарка уже за Ксионы захватили. А, здесь и был всегда ксионский сектор, да. Угу. Понял. Ну что, подправим. Минута сейчас пройдет. Хорошо. А этого корабля есть? На него кто может информация? Сколько кораблей на нем можно садиться? Если можно. Это что было за звук такой? Сорок. Так, секунду. Апгрейд, ремонт. Где корабли? 40. Не, дальность радара. А здесь может будет, можно менять дальность радара, может когда-нибудь, потому что есть такая вот, ну, видите? М корабли 0, С доков 1, С корабли максимум 40. Можем 40 С корабликов пос... С корабликов. Окей, окей, понял. Хорошо. Приветствую вас от всего сердца. Могу с гордостью сообщить, что в наших разработках по терраформированию мы добились огромных успехов. Вы можете убедиться, что экосистемы нашей планеты Саттон в системе пророчества Гаи теперь гораздо более гостеприимны. Еще раз огромное спасибо за ту роль, которую вы в этом сыграли. Всего вам наилучшего. О! Где он сказал пророчество Гая? Здесь, да? Угу. Ну хорошо, классно, что ты так там сговорил. Ну и ты уже закончила там ремонт? Подожди, а может быть опять у меня проблема там с этим? Давай-ка дай мне. Ага. Формация корабле. Сколько персонала уже? 101, да? Десантники. Давай, десантники, идем в обслуживающий персонал пока. Пусть там они работают. Потом мы их отберем. А который из них сейчас был десантник? А который... так. Думаю, десантники были эти, которые... Вот. Абордаж мораль, да? А вот эти, у которых там половинка звезды механики, да? Окей, понял. Все, тогда мы
Встаем. Ты иди сюда. Так, подожди, куда мне сюда, да? Идем на корабль. 40 С кораблей. Так, использовать скафандр. Катана, забери меня. О, 35 метров в секунду мы летим. На скафандре. Да когда уже можно запросить, твою мать? Разрешение на стыковку получено. В какую сторону тебе? А, во. Все, катана. Классный кораблик. Дай мне сюда. Использовать. Давай, дадим этому приказ. Мне интересно, что будет, если мы его пошлем. О, как он будет долго лететь. Здесь в этот сектор можно только через... Надо пролететь вот эти все сектора. Угу. Хорошо. Как мне сделать? Мы все равно, думаю, полетим вот сюда. Хорошо, отправляем его в... А, отсюда нельзя сюда, да? Это кто? О, сплиты. Давай тогда мы его отправляем сюда. Так. А мы за ним полетим. Там поднимем немножко репутацию, а потом пересядем на него уже в другой серии и попробуем эту станцию распимпячить. Давай летим к сплитам. Я все-таки хочу поднять репутацию. Так, а я дал ему приказ? Да, дал, да. Ага, понял. Ну, хорошо, летим. Я потом хочу у сплитов поставить другое оружие. О, он как втопил. Твою мать. Но мы быстрее все равно. Потом я еще закажу, пока летим. Давай закажу 20. Смотрю, сколько мне будет это стоить. S-класса, да? S. Тяжелый истребитель. Кукры истребитель. Разведчик. Тер. Кукры, сколько там у него пушек? 3 пушки, да? А у Гладиуса сколько пушек? 4. А, у Гладиуса больше, да? Например, комплектацию стандартную. Вход. Что там у него есть? 3 миллиона за один?
Так это значит надо 10, 3, о, 120 миллионов. Там, например, что... Какого хрена у него протонная батарея? Сразу упало, да? Вход в систему. Миллион. Гетцуфьюне. Двигатель, конечно, армейский. Щиты, конечно, вот эти. ПО, конечно, вот это. Ракет. Не надо нахрен, тебе они нужны. Люди. Пара обслуживающий капитан. И все, сколько? 1,5 миллиона за один. Но это лучше, это значит 10, 15, 20, 30 миллионов надо на 20 таких кораблей. Ну, когда у нас будут деньги, попробуем это продвернуть. Ну, сейчас не могу даже 5 заказать, у нас не хватает денег. Я хотел заказать, а хрень тебе в жопу. Вход в систему. Да, не прогруживается совсем. Смотрите, сколько надо времени, даже моего компа не хватает. Ну да, ты будешь долго, да, лететь. Так, как по миссиям у нас? Так, это убить. Это, наверное, мы не будем делать, потому что там потом война. Но это ведь игра, хрен знает, может интересно будет. Но у нас, думаю, упадет с землянами. Так, это найти нам хатик, это миссия Хатиква. Телепортация, это знаю. Так, требуется десантник. И требуется менеджер. Хорошо, это мы сделаем. Что Бала хочет? Развернуть исследовательский зонд. Найти, нанять капитана. О! Так, развернуть исследовательский зонд. Опасность. Обнаружен район с агрессивной средой. Хранилище. Что? А, уже пролетел все. Так, а мы у кого здесь? А. Ну, как бы могли мы залететь. А, нам сюда надо. Потом. Нанять капитана. Сколько у меня на корабле людей? Так. Вход в систему. Второй контакт. Так, так, так. Стой! Стой, твою мать! Не, лучше сюда, да? Катана. Информация, люди. Десантник. Юги. Новобранец. Вход в систему. Аргон Прайм. Пилотаж 0-0. Ну-ка, тогда вот ты будешь у меня... Работаете на другом месте. На геометрик. Капитаном. Вход в систему. Выбор Хатиква. Капитаном. Назначит. Так, значит. Окей. Классно. Тогда, значит, так, ты. Связь. Могу так сделать связь? Нет, не с этим. С этим хочу связь сделать. О. Нельзя? Чем могу помочь? Дать семинар. И еще связь. Чем могу помочь? А, больше нету первого семинара, да? Окей, до свидания. Конец связи. Да, знаю, знаю, что конец. Так, мы куда заходим сейчас? Ага, с этот сектор. Так, хочу я ему тогда геометрик стыковаться. Ой. Опасность. Да, я знаю. Череда Тарка. Стыковаться и ждать. О,
Я думаю, наш корабль не пройдет. Кей летает, Ай летает, видели? Где-то здесь Ай был. Или там не повиделось, но думаю, был. Вход в систему. Семья Жин. Семья Жин. Я знаю, как надо сделать, чтобы эти твари прилетели сюда. Так, о, здесь патрульный эсминец. Тебе не так, тебе так. Понял. Все. Этот автопилот задолбал уже. Так, отключаем этот. Выключить я хочу. Выключить наведение. Смотрим, где там наши. А, далеко еще, да? А этот где? Ты ведь, у тебя скорость 6000, а ты как-то хреново летишь, хрен знает как. Так, сохраняемся, ребята. Сохранить. На девятку. Так, надо нам немножко поднять репутацию. Ах, 2 часа стрим уже. Хотя сказал, часик будет уже 2. Так, спасибо, ребята, за лайкосики. Не забываем. Ну давай, сохранение быстрее. Ой, простите. Ну, игра, давай, камон, двигай. Сохранение успешно сохранено. Так, понял. Сейчас мы будем одно дело делать. Эти сволочи красные, они очень любят... Мы сейчас будем их манить сюда. Здесь 3. Это что, гремучие змеи, да? Гремучая змея. Ха, классный кораблик. 4 батареи. А мы сейчас будем вот так делать. Опасность. Вход да, в систему. Хрен с ними не бойся. Бред, как далеко, а? А сколько много? Нет, не щитами будем работать. Будем работать вот так вот. Алло. P M N M M. Ну, кто-нибудь со мною? Я знаю, что вы хотите ко мне. Я знаю. Давай. Они все куда летут? Летят. Они куда не летят? Давай этого Кея на себя загреть, типа, а? Где он там? Окей. Так, супруга звонила. Так, наверное, надо будет уже заканчивать. Не смог. Почему я не смог попасть? Идете сюда за мной. Они, по идее, должны за мной. Прыжковая врата. Семья да. Жизнь.
Так, это пошла. Нет. Я вижу, что у него за приказ. Не вижу. Ну, некоторые летят за мной. Я вижу, что летят некоторые. Вот видите? Они уже одно звено летит за мной. Сейчас подождем. Успеем подождать? Би. 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 Вот это звено летит за нами. Опасность обнаружен. Кей. М. Кей. Здесь еще один кей. Думаю, здесь нашему кораблю будет пец. Вход в систему. Семья Жин. Ну что, будем ждать? Будем ждать. Ну, кто? Н. Н-ка прилетела. Надеюсь, нам за... Давай ближе к станции. Где станция там была, видел я. Вот там станция. У-у-у, сколько здесь этих красненьких. Сколько там? Надо 15 километров, чтобы нам засчитали врагов. М. По мне стреляют, а те эсминцы не должны. А, нет. Мне надо ее убить. Мне надо ее убить. Так. Кто там по мне так хорошо пилит? А, вот это. Где это? Твою, где мой маус? Не могу, я выкрут. М. Не могу выкрутить. Суки, слишком быстрые. Спасибо за помощь. Чуть не разнесли нас. Давай, щит, поднимайся. Какой-то очень никакие эти. Надо будет другие оружия на это ставить.
Какой-то совсем не такой, да? Так долго пылит какую-то хрень маленькую. М. Спасибо за помощь. Ого, сколько здесь этих М-ках и Н-ок. М. Просто не попадаю. И турели мои не попадают совсем. Что за скорость у них, а? Ну какие-то совсем хреново не попадают. Попали? Ого. Да знаю, что сплиты хорошо пилит, а? Эти красненькие еще есть. Хорошо я их завел здесь, да? Всю такую... М. Такую хреновую я завел им здесь. У меня скорость упала очень. Твою мать. Оу. Сдохни, говорят. Опа. О, куда, куда спасибо пошел? За помощь. Еще один. Давай этого еще вот ближе к кораблям. Может вот этого успеем. Может М. Вот эту М-ку. О, что там творится? М. М. Может успеем, нет? Надеюсь, я не попал. О, не я убил его. Надеюсь, я поэтому к другому кораблю не упал. По сплитскому то будет. Тебе конец. Кому конец? О, как хорошо пилит этот. Где у меня маус? Спасибо за помощь. Так. Постараются больше вас не попадать. Ху. Все. Разнесли эту всю толпу. Тюнинговая ПО. Ракета. Майнглит. Майнглит. Яйца. Закись. Понял. Ну что, сохраняемся здесь. Подожди, я не посмотрел, корабль живой у нас или нет. Может, он уже умер. Ну что, игра успешно сохранена. Так, посмотрим, где мой большой... А, он летит. Все хорошо. Что там у нас со сплитами? Какая сейчас со сплитами? -8. Ну и хорошо.
Минус 8, это хорошо. Ну что, ребята, всем спасибо за компанию. С вами был Ленас. Всем пока-пока.